Ну что, всем привет! Сегодня будем делать гидроизоляцию санузла, и сегодня будем использовать гидроизоляцию Церезит. Вот, цел 51, лента у нас, цел 152 10 метров. Ленту будем заклеивать по периметру снизу ванны, а уже непосредственно гидроизоляция будет у нас полностью из стены. Вот и все. Гидроизоляцию мы сделали. Один слой. Не забывайте, обязательно нужно наносить два слоя. Да, потому что одного слоя очень тонко, маловато. Их надо наносить всегда два. То есть вот такого вот ведра, вот такого, сколько тут килограмм, 15 килограмм, нам хватает полностью на ванну два слоя. Даже еще вам останется в санузел на пол. Вот. И не забывайте, что примыкание нужно обязательно вклеивать ленту вниз.